Мелфис, большое спасибо за донат, мое почтение. Послушаем группу «Третье измерение» в скобочках «Триз». Месть Ольги. Да еще даже не было первого аккорда, ты уже посрал в чате Кирилла Скадроки. Тихо очень. Давайте, короче, в наушниках и усиление сделаю. Так как-то. Женский вокал чуть-чуть сыро звучит, типа очень как-то. Забавно, что слово «сыро» и слово «сухо» примерно одно и то же обозначают, когда речь идет о музыке. Фолк-рэп-кор такой. Бодро в целом качает, но... Мне лично чего-то не хватает такого, типа... Какого-то эпичного момента, ради которого ты бы мог послушать слегка скучный куплет. То есть куплет, он такой, как бы... Ну, как во многих таких песнях. Он делается из такого простого рифа, чтобы просто качал, да? Но он, можно сказать, ты его ждешь, типа, чтобы был припев потом классный. То есть в этом прикол. А здесь припев тоже, в нем такой сырой очень вокал. Он, с одной стороны, сырой, с другой стороны, еще супер высокий такой, типа. На высоких нотах так. Как будто не хватает каких-то, может, пачки бэков или какой-то обработки классной. Чтобы этот припев прям работал на полную. Ну, для меня, по крайней мере. Клип. Про клип тоже что можно сказать, что с одной стороны, в нем помимо группы даже есть какой-то экшен, и это здорово, есть там какие-то поединки, какие-то балконы, а с другой стороны клип в одной локации все равно, то есть вся группа просто в одном месте и там же, и от этого чуть скучно тоже. Ну так очень многие делают, именно челы, кто там какие-то клипы полусамодельные делает, что... Вот, то есть вот есть какой-то движ, какой-то экшен, какие-то костюмы, какой-то лес, какое-то что-то. А группа в одной локации при этом остается. То есть тут надо как-то либо очень динамично снимать, а там вся статичная камера. Здесь вот есть чуть-чуть такое движение. В этот момент уже песня начинает казаться слегка затянутой. Ну, хотя я не знаю, может там по тексту развитие. Ну, я текст не могу разобрать. Так честно. Мне будет сниться до конца погребальный звон. А так приятнее, кстати. Мой славный Игорь отомщен, князь мой отомщен. Потом. Бог любви меня встать на путь святой. Пусть посидит. Где лишь простив мне обрести. Чат обосрал, ясно. Ну, кстати, это немножко, можно сказать, что похоже на то, что Фуфырин обычно донатит. Правда, есть такое. Пуф.
Ну, не знаю, с другой стороны, по клипу заметно, что тут были старания, как минимум, какие-то. То есть, типа, костюмы, экшон, там, не знаю, вот какое-то вступление, еще что-то, да. То есть, это не просто в как километрах мочи нарезка с концерта, там, и с репы видосов, да. А это прям клип. То есть, самое плохое в этом клипе, конечно, именно как в видеоряде, насколько я могу быть оценщиком клипов, это одна локация. То есть было бы супер круто, хотя бы, не знаю, может даже разные, не то что, ну, не просто разные ракурсы, разные, как бы, точки, что ли, откуда снимается, ну, типа, эпичность какая-то, чтобы больше была, там, сверху, не знаю, с дроном сидеть, снимать тогда как-нибудь, даже не с дроном, с каким-нибудь простым чем-нибудь можно снять, короче, в другую точку леса отойти и там еще то же самое все сделать, это заморочено, конечно, но это того стоит определенно. Вот, по музыке сказал, то есть по музыке здесь, с одной стороны, как по мне, затянуто в какой-то момент уже стало, потому что все-таки куплет одно и то же. Вот этот голос точно можно было громче вывести, стопудово можно было. То есть это, его не стоило топить в миксе. А вот женский можно было с одной стороны утопить, с другой стороны бэков я бы добавил. Не знаю, что это было. Какие-то, ну, построить интервалы, то есть, чтобы это эпично звучало. Не знаю, ну, то есть, все равно, понятно, оперный вокал. Первым делом в голову приходит какой-нибудь Найтвиш, там, хрен Найтвиш, что-нибудь такое. И... Какую бы такую песню-то найти? То есть именно когда вот супер высокие ноты берутся, сейчас что-нибудь даже врублю на секунду, чтобы... Ну вот, ребят. Вот это многоголосие, плюс, может быть, даблы, может, еще что-то. Вот оно делает очень эпичным. Даже, кстати, эта песня достаточно душная. Я ее вспомнил просто потому, что мы ее в кавер-группе играли когда-то. То есть, если просто, грубо говоря, там есть вот один такой голос, в говниду даже взять, был бы один такой голос, именно в студийках еще особенно. То есть, под весь инструментал. Ладно, там с гитарой, но в студийках. То есть, а здесь вот эта пачка, она супер круто работает. Тут вот, наверное, этого не хватило. Чего-нибудь такого. Ну, не знаю, что сейчас с группой. Не разобрал ни одного слова. Ну да, да. Я, в принципе, сказал то же самое, но я коммент не читал до этого. Древний... Ну, понятно, все обсирают, обсирают. Ну, хз. Хз. Мне как-то обсирать мне не очень хочется тут в данном случае, потому что... здесь есть старания, здесь есть... нормально сыграно все, в конце концов. То есть тут не все плохо. Здесь как бы некоторые части не очень. Вот и все. Это как, то есть, ну, пчелы стараются сделать суперсложный торт, и в нем делают несколько вещей заебись, и, ну, типа, с парой чуть-чуть не то. В итоге весь торт уже, ну, не очень получается. И ты, а, говно твой торт. Я стараюсь все-таки по составным деталям разобрать немножко. Ну, как бы... Надеюсь, было интересно. Надеюсь, было полезно.